На самом конкурсе кастинг не проводится, потому что конкурсная программа, собственно говоря, строится для того, чтобы определить победителей и присвоить различные звания. Перед конкурсом отбор у нас проводится. Есть великолепный проект, международный хореографический конкурс лауреатов в области хореографического искусства, Grand Premium. Это конкурс среди сильнейших коллективов. И здесь, конечно же, мы проводим отбор. Коллективы должны предоставить свои подтверждающие дипломы о званиях лауреатов первой степени, либо победителей конкурсов. И в конкурсы допускаются как раз такие коллективы, имеющие эти звания. На остальных проектах кастинг не проводится. Каждый коллектив может подать заявку свободно, выразить свое желание принять участие в одном из проектов, и мы с большим удовольствием даем возможность поучаствовать в конкурсной программе каждому коллективу, независимо от его уровня подготовки, либо от дальности расположения географического. Поэтому возможности даем, конечно же, всем. И в таких случаях мы кастинги, отборы не проводим.